Ты в порядке, Мета? Мета, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Мета? Мета, ты в порядке? Ты скажи нам! Ёб твою мать, Таня! Что же ты молчала? Что ты такая горячая девчонка? Таня! Таня, ты в порядке? Ты в порядке, Таня? Так, там осталось 6 дамага, там остался контрспелл. В общем-то, мы не боимся ни того, ни другого. О, нет, мы боимся, потому что 6 дамага под кошкой это 7 дамага. Мне нужно вначале разменяться. Но лицом, конечно, не будем разменяться. Предлагаю 6 дамага. Давай, 6 дамага. Yes! Сосать! Давай фаербол ешевим. Так, у него 15, а у нас-то 2 фаербола на 12. Блять, ебаный чародейский взрыв. Так, мы 2 контрспелла разминировали, да? Контрспеллом разминировали, можно не бояться, смотрим. Там 12, на следующий ход 2 фаербола плюс атака. Контрспеллов нет, айсблока больше нет. Он меня может убить на 15, но это нужно, чтобы жутко фартануло, чтобы здесь было 2 фаербола, 1 форсболт. Это жуткий фарт. Ну шо, Танюша, как дела твои? Ничего себе пицца за штукарь. Ну как же за штукарь, что ж ты врешь-то? За 900 рублей! Согласен, да, дороговато, но вкусно, но дорого, но вкусно, но дорого. Раньше пиццы были вкусные, но дорого, а сейчас недорогие, зато недорого. Кия! Стоп, я же два разминировал. Я один разминировал. Я думал, я два разминировал контрспелла. Это что за дела? Танюша, объяснитесь. Танюша, какого хуя? Откуда третий контрспелл? Ну, Таня, ну дает. Смотри, у меня есть специальная кнопка для этой ситуации. Огонь. Очень круто. Как там ваша кия? Нормально, нормально, пацаны, просто это, немножко мистнул кия. Я ударил очень сильно, точно, но не туда. Давай, Таня, домой, домой, Таня. Ну все, Танюха, пауки приползли на помощь тут. Пауки такие, ебать, у хозяина мало хп, надо ему помочь. Срочно, срочно, с начала игры, сука, лежать там. Ёб твою мать, Таня, тебе лучше ползти на кладбище. Меня тут смертокрыл. Ёб твою мать, а, ничего себе, на тебе фейербол в пятак, Таня. Вот это карты-то поперли все сразу, со всех сторон поперло. Давай не рогу, мне кажется, рогу сейчас самое интересное, что может быть. Сейчас все другие классы на таком, блин, реально на роге одно агро. Смотри, я сел на воина, который по 4 армориса. Ни одного, блядь, ханта, ни одного вот этого агромага, нихуя. Сел на рогу, одни фейсеры. Я вчера играл на маги, были там шаманы, кубалоки какие-то. Сел на рогу, хант, 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 хант. Сегодня сел на рогу, агро, агро, агро. Какого хуя? Какого хуя, я не понимаю там вообще? Что происходит там вообще? Извините. О, еще. Что-то не пригодится эта карта. Хотя нет, нам пригодится ШВД. Он сейчас поставит призывательницу свою ебанутую. И она призовет нам смертокрыла, мою ШВДшню. Даже не знаю. Я уже наигрался против Фейдлота. Когда там новые... Да очень скоро, через 4 месяца. Со дня на день. Смотри, как я, да, оставил, да? Мощно ШВД. Прям мощно оставил. Так, ну что, сюда ШВД и останется 3 маны, на которые мы, ну, Лиснера поставим. Тут размен, тут атака. О, хил на рогу, отлично. Нам цветочек бы нужен, чтобы еще одного жарабаса убить. Если там вторая призывательница, нам нечем ответить. Да и 8-й ход, он может из руки на следующий ход призывать. Нужен цветок. Ну, блять, а. Что с этим говном-то делать, а? Да, блядь, не говори. Такой ух ты, что, блядь, пиздец какой-то. Ю-ху! 16 хп. Нормал, ты чё? Дракон 5-9. Но если каким-то чудом сейчас цветок не умрет, мы сможем закрутить через Соню. Но если нас цыганят, то это все домой. Ладно, играем цветок. Сосать, престижка, сосать! Сосать, гном, сосать.
все такое вкусное. Даже не знаю, что выбрать. Ну, может, нам тут жирные карты не нужны, может, мы только на это, на Mind Control попадем. Может, оно и к лучшему, ребята, а? Ну, точно пиздец, точно цыганки там есть. А, нет, смотри, нет цыганок. Сука, еще прокачал так неудачно, а? Кто из них опаснее? Ну, он не пошел в лицо, молодец какой. Правильно, давай, давай затянем партию. Вы, наверное, у нас остаетесь. Треха сыграем. Нормально, кстати, смотри, сейчас зарядим вообще на полную. Да какая белая дама? Дама, идите нахуй, пожалуйста. Да, говна, конечно, воровали. Но здесь вот значок хороший. В смысле, оберег. Он выдохся, но тем не менее, пизды-то может дать. Булки расслаблять не надо. Не, ну ладно, у меня-то 19 хп, а у него так-то на 4. Вроде не так страшно. Ну что, обшарим карманы? А ну-ка, Ватсон, давайте посмотрим, что этого негодяя в карманах. Говнецо какое-то. Из-за чего? Вот это уже интереснее, но воровать нечего. Тут главное сейчас по картам не перегореть. О, вот это уже карта. Пусть всегда будет пушка, пусть всегда будет талнос, пусть всегда будет обсидиановая статуя. Эй! Я же сказал хей, а вы не верили. Ёб твою мать, а. Ёб твою мать, что этот нигер себе позволяет? Так, ну смотри, играем либо двух тебя, либо двух тебя. Давай наворуем побольше. Побольше наворуем. Хуя себе, десратлик можно вытащить. У меня, правда, нет десратлика, но вытащить можно. Вторая покатуха, на которой не на чем кататься. Да, можно их пердолить. Так, ну ладно, все интересно, пауков там много, стол большой, но с этим говном что-то надо делать. Ладно, пусть ходят. Гречка скоростная. О, все, забаньте его обратно, ребята, он там гречку заказал. У, бля, быстро думать надо. Ёб твою мать, а. Сука, не успели, не успели, не успели. Ёб твою мать, убил меня атакера 4-4. Сука! Это все твоя гречка блядская. Блин, попал 4-4, не смогли убить нас дарму. Видишь, что гречка твоя наделала? Сейчас еще фатигнемся. Да иди ты нахуй, а! Да иди ты нахуй! Совсем говна поела. Все, тихо там. Все, спокойно. У меня сейчас рука будет пустая. Блин, мы берегли Таласа, берегли, он все равно сдох. Фатиг-то реально не за горами. Легендарка, небось, на дне лежит. Ты смотри. Ты смотри. Да, последняя карта лежит. Так, а что мы там будем играть? Мне уже даже страшно играть это говнище. Мы сейчас как сыграем, обосремся. Не, надо же сыграть, да? Пауки вон все на дне лежали. Ссаные пауки. Я не помню, что-то у меня было, но что-то было. У нас там покатухи были. Если сейчас не убью, то я возьму его покататься, да, но я его не убью, и он тогда убьет меня. Нужно вначале убить, иначе мы покатуху его заберем. Статуя, да, у нас статуя должна поместиться. Статуя хорошо, кстати. Можем вторую сыграть, скорее вторую. Хоба, я же говорил, покатуха. Гнум, сука, умный. Главное, чтобы статуя поместилась. Причем, может, ой. Ой, статуя поместилась. Ты чё, Василий? Ладно, нормально. Принимается такой ответ. Главное, сейчас снимать контроль. No woman, no cry. No woman, no cry. Я сильнее его. Ты смотри, что творит. Ты смотри, что творит. Ёб твою мать. И сколько у тебя будет жопа? 9 по итогу, то есть 6 хп у тебя останется. Но, может быть, пушкой стоило сходить в лицо, потому что у нас с топ-деком пушка на следующий ход будет летал. С другой стороны, мы вот так и вот так сможем забрать 5-6. Да ебать, ебать, он топ-декает. Слышь, ты что творишь, псина? Хорошо, хорош колокол звонить. В этом мире крипота. Ну что, 7 damage of little. Чем удивит? Его только удвоение атаки, по идее, спасает, да? Его даже еще один колокол не спасает. Что атака будет на 15?
Ебать, да ты что делаешь, Василий, а? Ты что делаешь? Ты полегче там. Ты посмотри на него. Ни хрена себе. Так моя дека не так уж и хороша, оказывается. Ты что, охуел? Привет, ты что, охуел? Так. Да, действительно, как-то попизже, чем ладдер. Если бы я знал, что так клево на арене, я бы сразу на арену пошел. Полегче, полегче, братан. Видишь, и так из последних сил бьюсь. Да, если бы не наши адские завозы с оберегами, вообще без шансов раскатал бы меня вот так вот в пол бы просто. Да, тут даже дрожеглот мне победить.